сейчас с тобой пойдем погуляем, подышим свежим воздухом, да? Надо размять наши с тобой лапы, пойдем. Питбуль Джек послушно идет в ногу со своим гостем. Прогулка на территории приюта для собаки – событие всегда долгожданное. Впрочем, удовольствие от такого времяпрепровождения получает и сам Владимир Харитонов. Несколько раз в месяц лидер движения общественной поддержки приезжает проведать четвероногих постояльцев Шереметьевского приюта. Ну, я считаю, что очень просто все-таки каждому человеку сделать добро. Нужно любить животных, нужно им помогать, особенно, конечно, бездомным. Собака – самый преданный друг. А в гости к друзьям, как известно, с пустыми руками не приходят. После прогулки – положенный обед. Нет, смотри, я тебе какой мешок привез с едой-то. О, Джек, смотри, ты съешь все, нет? Джек по-хозяйски устраивается на диване и ждет свою порцию собачьих лакомств. Ой, молодец, молодец, конечно. Скажи, все равно надо что-то перекусить-то. Че, ну ты будешь есть? Давай. О, пошло дело. Хороший аппетит – главный признак крепкого здоровья собаки. В Шереметьевском приюте за самочувствием четвероногих пристально следят специалисты-ветеринары. При поступлении отправляют собаку на карантин, делают ей все необходимые прививки и работают над реабилитацией животного в новом для него социуме. Когда питомец полностью адаптируется, ему начинают подыскивать новый дом. Мы отдаем охотно, если люди достойны, если они работают, если они... мы видим, что они справятся с собакой. Мы иногда отдаем собаку и, допустим, они продолжают сюда приезжать и заниматься. В этом новоиспеченным хозяевам помогают кинологи. Специалисты подсказывают, как вести себя с собакой в зависимости от ее породы и нрава. Сейчас в приюте живут 300 хвостов. Каждый из них очень ждет своего человека. Собаке совсем не важно, кто вы, чем занимаетесь и сколько зарабатываете. Самое главное, чтобы вы были рядом, любили и никогда не предавали. Ведь настоящий друг – это навсегда. Ну а если вы пока не готовы забирать животное домой, то в приют можно приехать просто для того, чтобы выгулять одного из постояльцев. Так, как это делают волонтеры. В честь Международного дня собак ребята еще и привезли хвостатым подарки – корм, миски, игрушки.